На дорожке бассейна «Альбатрос» на старт вновь вышли сильнейшие пловцы региона. Чтобы попробовать свои силы в борьбе за награды традиционных соревнований на призы заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Юрия Мухина. Известный амич, завоевавший первую олимпийскую награду для нашего региона в своем виде спорта в 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне, а ныне являющийся еще и послом ГТО, каждый год приходит лично поддержать воспитанников спортивных школ региона, которые вновь и вновь стараются покорить 200-метровку, вдохновляясь успехом Юрия Валерьевича. Любители плавания собираются со всего города. Жалко, что у нас в области нет бассейнов, которые бы ребятишки сюда приезжали. Ребята соревнуются с друг с другом, пропагандируют здоровый образ жизни и плавание как вид спорта. Чем отличаются эти соревнования? У нас здесь все возрастные группы. Это начиная от начальной подготовки ребятишки, которые, и кончая высшим спортивным мастерством. Более 200 спортсменов в разных возрастных категориях испытывали свои возможности на дистанциях 50, 100 и 400 метров. Разными были и стили. Спортсмены рвались к призовому пьедесталу брасом, на спине, баттерфляем и вольным стилем. Но самой главной для всех, конечно же, была 200-метровая дистанция, ведь именно на ней разыгрывались основные призы данных состязаний. Мы традиционно делаем 200-ки в качестве зачетных дистанций, именно на призы олимпийского чемпиона Юрия Мухина, а остальные дистанции у нас 50, 100 и 400-ки как дополнительные. На них просто спортсмен может проверить свои силы, а также выполнить спортивный разряд. А именно 200-ка является зачетной в номинацию награждения на призы Юрия Мухина, поскольку сам Юрий Мухин специализировался на этой дистанции, поэтому такой выбор мы сделали. Обладателей наград Юрия Мухина определяли независимо от стиля плавания по количеству очков, начисленных по действующей таблице ФИНА. По итогам турнира ими в разных категориях стали Рустам Гадиров, Мартин Малютин, Данил Ляпин, Степан Жмакин, Яна Шуваева, Анна Иконникова и Ксения Гусь. У нас соревнования эти проходят как в тренировочном режиме, то есть это пробные соревнования перед Абаканом. В Абакан мы как бы уезжаем скоро уже, и для себя мы смотрим, на что мы способны. Данные состязания стали для омских спортсменов отличной тренировкой и подготовкой к соревнованиям более высокого уровня, прошедшим в Абакане чемпионату и первенству Сибирского федерального округа, который, в свою очередь, являлся отбором уже на всероссийский уровень.